Приветствую вас и, пожалуй, по поводу того, правильно ли вы думаете, правильно ли вы считаете, что надо бежать от мужчины, у которого друзья на первом месте. Думаю, здесь вам предстоит решить самостоятельно. Ну, просто потому, что у каждого человека, у каждой женщины в том числе, твой взгляд на мужчин. И у мужчины свой взгляд на то, как он себя позиционирует в своих социальных связях. Вот мужчина, например, считает, что он должен проводить время с друзьями. И что они для него на первом месте. Правильно это? Да нет. Не в этом дело. Дело в том, что вам это не нравится. А правильно или нет, мы здесь, простите, не судьи, чтобы ставить оценки. Здесь вопрос симпатии. Вопрос отношений. Вот вам не нравится. Вы говорите, мне не нравится. И это означает, что для вас это неприемлемо. Ну и дорожий вами муж, он бы, конечно же, услышал бы вас. Он, конечно же, внес какие-то коррективы в свое поведение. Но он этого не сделал. И вы пишете, что всем своим отношениям он убивает ваши чувства к нему. Вот эта фраза, она не совсем понятна. То есть, если все время в браке, он с друзьями, получается, все время он, это же время он убивает к вам, ой, к себе чувства ваши. Но если это началось все время, если это длилось все время в браке, то с какого момента это началось? И не спровоцировало ли что-то такое его поведение? А раньше, до брака, вы знали, что молодой человек, мужчина, так себя ведет, так относится к друзьям? Или нет? Или вы думали, что он, скажем так, изменится? То есть вы знали, что у него есть друзья, но надеялись, что он не будет с ними общаться. А он не то, что не перестал, но еще больше стал общаться. Вы знаете, если вот эта фраза, что он убивает все ваши чувства к нему своим отношением, если бы не эта фраза, то я бы мог сказать, что ваш муж просто-напросто не боится вас потерять. Ну вот, не боится он, что вы куда-то уйдете. Не боится он, что вы бросите его, что вы найдете другого мужчину. Он считает, что вы принадлежите только ему. По сути, он вас завоевал и теперь просто-напросто считает вас своим достижением. В этой ситуации вам нужно просто показать ему, что он не прав, что вы не его собственность, и что бесконечно ждать его с походов с друзьями вы не будете. Показать это нужно для того, чтобы мужчина почувствовал, что может вас, собственно говоря, потерять. И когда это случится, человек проявит свои истинные чувства к вам. Либо
Он похватится и будет вас возвращать. Либо не напротив, проявит безразличие и скажет, ну вот собрался уходить, ну значит, так тому и быть. И это, соответственно, расставит все точки над «и». Но вот эта фраза, которую вы написали про его отношение к вам, она заставляет задуматься. А что если за его таким отношением что-то есть? Что если за его отношением скрывается какая-то, может быть, обида, недопонимание, может быть, какое-то желание нереализованное, или, может, проблема, конфликт, противоречие. Потому что, ну, гуляет мужчина с друзьями. Хорошо, много гуляют. Но в конце концов, само по себе это неплохо. Вот само по себе. В этом нет ничего негативного. Мужчина просто проводит свое свободное время. Да, без вас, да, во вред вам, в ущерб вашим отношениям, все понятно. Но зачем ему еще и портить ваше отношение к себе? Зачем? Что его заставляет так себя вести? И поскольку я думаю, что именно в этом все дело, а не в его гулянии, все дело в его отношении, отношения всегда шире конкретных поступков, то думаю, что нужно разобраться с причиной его отношений к вам такого. И если эту причину можно устранить, то постараться это сделать. А если нельзя, или она кроется в его восприятии вас, то есть просто в отсутствии чувств или в неверном определении вашей роли в его жизни, то тогда нужно уходить от него. И как вы поняли, все здесь условно. Все относительно. Одно зависит от другого. И нельзя вот так просто взять и сказать, все мужчины, у которых есть друзья, недостойны того, чтобы быть женатыми. Это очень эмоционально и недемократично. Позиция. Она ничего хорошего вам не принесет. Лучше, если мы попробуем разобрать вашу ситуацию, или вы сами попробуете ее разобрать своими силами, благодаря направлениям, которые я задал. И вот, когда будет результат, вот тогда уже и принимать решение о том, что делать вам дальше. Но к результату идти твердо, упорно, решение принимать, не оттягивая, не откладывая, а приняв решение, неукоснительно следовать ему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.